Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас находки из AliExpress. Много всего интересного. Пересаживайтесь поудобнее и поехали! Начну я с того, с чем мне буквально не хочется расставаться. Я даже не рассчитывала, что за такую цену я получу по факту любимую вещь на этот сезон. И речь идет о таком васильковом свитере, который вы могли наблюдать на мне в нескольких влогах. Также рилс я снимала в своем инстаграме. Но я скажу вам честно, что в жизни я ношу его гораздо чаще. У нас резко наступила осень, я достала его и не могу нарадоваться. Это свитер оверсайз. Я бы сказала, что он подойдет до размера M, и он чуть-чуть укорочен спереди. В нем использована приятная пряжа, то есть она не такая хрустящая, синтетическая. Действительно, он не парит, но не могу сказать, что будет сильно согревать, то есть шерсти здесь, скорее всего, нет. Я оставлю вам ссылки внизу, вы можете посмотреть, что из чего выполнено, потому что я заказывала давно и могу чего-то не помнить или что-то перепутать. Этот свитер представлен в нескольких расцветках, в том числе и в таком модном и популярном зеленом, но я решила взять что-то нетипичное для себя, то, чего у меня нет, и это настолько жизнерадостный, освежающий цвет, что действительно я ношу его очень часто, и такой цвет, кстати, вы можете носить не только с черным, с джинсами, но и с серым, например. Или если вы более сильны в каких-то смелых цветовых сочетаниях, то вперед! Этот свитер отличный, я точно могу вам его рекомендовать. Этот свитер абсолютно кайфовый. За несколько недель регулярные носки я не заметила, чтобы здесь образовались катышки, но если они вдруг появятся, то с ними мне поможет справиться машинка, которую я тоже покупала на AliExpress. Насколько мне не изменяет память, она от бренда Xiaomi, тоже постараюсь вам дать на нее наводку внизу. Когда я уже окончательно и бесповоротно влюбилась в этот свитер, я сидела и листала AliExpress. Хобби у меня такое, это очень меня расслабляет. Я наткнулась на брюки такого же цвета. Я подумала, боже, это же может получиться такой красивый total look, но я не была уверена, что это будет тон в тон. Слушайте, я попала, глаз алмаз, ей-богу. Это брюки, к сожалению, не из плотного материала, но зато они сшиты очень даже ничего. И стоят они не так дорого. И такие брюки представлены в нескольких цветах, и вот особенно на весну и на лето это будет бомба. Я буду носить их и зимой, потому что под низ я надену термобелье. Вот так. Или какие-то теплые колготки. Сами по себе брюки мало мерят, поэтому берите с запасом. Я взяла себе размер M. Но они сидят на мне свободно, и мне обязательно нужно надевать пояс, ремень и что-то на каблуке, потому что я невысокая. У меня рост 1,62 м. Вы иногда спрашиваете о моих параметрах. Я давно не измерялась, у меня нет дома сантиметра. Ну, вот этой ленты, которой меряются, поэтому я счастливый человек, но я ориентируюсь по старым джинсам, которые не тянутся. Это помогает оставаться в форме. Возвращаясь к брюкам. Когда вы их разгладите, они действительно выглядят очень так достойно. Но не рассчитывайте на то, что это будет такой плотный, тяжелый материал, как в моих брюках с прошлого года от одного из брендов. Да? То есть у них собственное производство. Это нечто другое, но по качеству это как Страдивариус или Резервд, давайте так. Я буду с удовольствием носить такие брюки, буду выделяться среди толпы, и мне очень нравится лук вместе с вот этим свитером. Я хочу вам сказать, что когда я выхожу так в люди, меня никто не спрашивает, а ты что, одета в AliExpress? Нет, это выглядит очень достойно. Свитер, который сегодня на мне, тоже из AliExpress, и там есть точно такой же, с голубым вместо розового и еще какой-то вариант. Это тоже свитер отменного качества, он не очень большой, но и не прилегающий к телу. Мне нравится носить такие свитера, заправляя их в широкие брюки, ну и с джинсами, с какими-то леггинсами тоже будет смотреться отлично. Такую расцветку очень просто интегрировать в свой базовый гардероб, потому что а с джинсами, б с чем-то светлым, с розовым и также с серым. Или если ваша душа требует еще чего-то, то воплощайте ваши идеи в реальность. Мне нравится то, что это как бы animal print,
да, что-то в этой теме, но все равно не настолько ярко, ну и что-то новенькое такое в гардеробе, чего я, между прочим, не встречала в наших стационарных магазинах. К качеству у меня нет никаких претензий, зачастую такие вещи из AliExpress хорошо носятся, и свитер свободный, он такой воздушный, не прилегающий к телу, но он не слишком объемный, то есть он не будет нас увеличивать и полнить. За время локдауна, боже, какое же хорошее время было, можно как-то вернуть? Я не буду жаловаться. Думаю, что многие со мной согласятся. Так вот, спортивные костюмы для многих из нас стали такой повседневной униформой. Я люблю спортивные костюмы не только за практичность, но и за то, что в них тепло. И даже зимой, а зима у нас не прям сильно холодная, во всяком случае раньше была, я всегда надеваю спортивные костюмы на флисе, на прогулку с детьми и с собакой. Я видела очень много хороших отзывов на спортивные костюмы из Алика. Я заказывала другие подешевле, но решила взять те, которые, ну, дорогие, не буду скрывать. И думаю, если меня подведут отзывы, то я очень сильно расстроюсь. Не расстроилась, потому что спортивные костюмы топ, я вам говорю. Они очень качественные. Свой я стирала без преувеличения миллион раз, потому что я заказывала его еще весной, и после каждой прогулки с собакой мне приходится все отправлять в стирку. Он достойно держится, он из плотного материала. Здесь есть начесик, и в нем действительно не холодно. И мне нравится эта модель тем, что она такая объемная. Плюс это спортивные костюмы унисекс, то есть они подходят и мужчинам. И там как раз такие расцветки и размеры, что самое главное, которые понравятся вашим мужьям, братьям, детям, всем мужского пола, кто ищет хороший, качественный спортивный костюм. Я взяла себе серый, потому что мой серый сносился, но не исключено, что я закажу себе еще какой-то, потому что они действительно оправдывают свою цену. И, слушайте, я взяла себе размер S, он сидит свободно, XS не было, насколько я помню, и он подойдет даже на тех, кто чуточку выше, чем я. Я переживала, что это маломерка, но очень зря. Еще взяла себе желтый свитер. Решила добавить красок в свой осенний гардероб. И мне нравится то, что это такой солнечный желтый. Он не ярко-холодный, а он именно тепленький. Не пастельный, но и не кричащий. Вот золотая середина соблюдена в нем. Он тоже объемный, он, ну, наверное, чуть шире, чем синий, и он не укороченный спереди. Он тоже недорогой, приятный, не стоит от него ожидать, что он будет возгреть, как шерсть или кашемир, это немножко другая история, но он совсем не отличается от тех, которые представлены в сетевых магазинах и даже в некоторых бутиках, не будем показывать пальцем. Мне очень нравится то, что он мягчайший, он не хрустящий, как я люблю говорить. Как же красиво этот цвет смотрится с голубыми джинсами. Ну, с черными брюками, с серыми, это понятно. А вот именно с голубыми и тоже с каким-нибудь таким карамельным. Я в предвкушении. Я пока что не так часто надевала его, как вот этот васильковый. Но почему-то мне захотелось чего-то еще такого необычного для меня. Мягчайшая, тепленькая байковая пижама. Причем баечка здесь как внутри, так и снаружи. И вот такая расцветка особенно актуальна зимой. Согласитесь, я люблю проснуться, еще там приготовить завтрак в этой пижаме, не сразу от нее избавляться, как от чего-то именно для сна. Зимой хочется вообще постоянно ходить в таком домашнем комплекте. Есть разные расцветки. Но я взяла себе такую. У меня когда-то были пижамы из AliExpress. Я брала себе M-ки, они маломерят. И вот это точно не L. То есть, ну, это свободная S, я бы так назвала. И M-ки муж постирал в теплой воде, достаточно теплой, чтобы не сказать горячей, и они уменьшились в размере. Поэтому я уже на всякий случай взяла себе L. На мой рост, ну, меня все устраивает, все хорошо. Самое главное то, что мне будет тепло, уютно и комфортно в этом комплекте. Аксессуары.
У меня сегодня очень игривое настроение, несмотря на то, что я болею. Я заказала себе сумку, но не бюджетную сумку. И я не приобретала кота в мешке, потому что я знала от своего близкого человека, что она огонь. Я долго выбирала себе цвет и немножечко жалею, что не взяла серую, потому что моя серая уже так износилась. Но, возможно, закажу себе маленькую серую такую, потому что она очень крутая. Это вроде как кожа, и здесь был такой лоскуток кожи. Цена у нее, ну, не совсем прям, знаете, доступная. Но, глядя на цены в наших магазинах, я думаю, что лучше взять такую. У нее очень удачный размер и форма. Я взяла себе сумку побольше, и она вот по габаритам, как моя Gucci. Визуально она напоминает Celine, но здесь нет никаких надписей, никаких логотипов, нет фирменной коробки Селин и так далее. Я не уверена, что в Селин такая застежка, но вот издалека, наверное, действительно есть какое-то сходство. Вы можете отрегулировать длину ручки, что немаловажно, и конкретно в этом цвете фурнитура цвета розового золота, то есть это не яркое желтое золото, не какое-то такое состаренное, а вот приглушенное розовое золото. Чуть-чуть оттопыривается вот эта застежка, ну, меня это устраивает, все нормально. Моя подружка сказала, что сумка очень удачного цвета и подкинула мне несколько вариантов сочетаний. На самом деле бордовый, вот особенно в холодное время года, самое то, потому что можно как-то разбавить такие серо-коричнево-черные наряды, и к синему она тоже подойдет, и к бежевому, между прочим, ко всем таким холодным. Еще до сих пор не сняла вот здесь этикеточку маленькую, но вскоре этим займусь. Я пока что ее никуда не брала. Здесь несколько отделений, два больших, два маленьких кармашка для телефона, там, не знаю, может быть, для помады. Одно маленькое отделение и карман на застежке. Замок безупречно работает. Сумка очень практичная и хорошо выполнена, она качественная. Все швы идеально сделаны. Но вот не к чему мне придраться. Запаха тоже нет, если это кого-то интересует. И есть базовые расцветки, такие как черный, коричневый, серый цвет и более яркие. Я думаю, что ближе к лету я закажу себе точно что-то яркое, потому что уж слишком она такая и удобная, она не тяжелая, но и при этом смотрится не как сумка из AliExpress, я вас уверяю. Ну что, наша любимая бижутерия. Одна из моих любимых форм, и вы сейчас сами в этом убедитесь, потому что я заказала несколько разных моделей, это серьги типа как клипсы раньше носили, да, но это на самом деле гвоздики. Причем вот эти легкие у меня были такие золотого цвета, можно так сказать, да, типа как из золотого металла, но я носила их и на пляж, и несколько лет, и они просто уже в некоторых местах почернели, стоят копейки, поэтому я взяла себе не просто золотистые такие, но еще и в серебре. Они как будто, знаете, такие потертые, не блестящие, и даже к вот этому наряду, возможно, даже лучше выглядели бы эти. Я раньше надевала так, а сегодня захотелось чего-то нового. Сережки супер, вы уже неоднократно об этом слышали от меня. Серьги такого же плана, но они более плоские и все-таки другие. Давайте не будем спорить, потому что они сделаны типа как под Versace, но здесь нет вот этого логотипа, нет головы льва, чего-то такого, или кто там у Versace, а они вот типа как монеточки, что-то в этом духе. Тоже не тяжелые, мне нравится то, что они с одной стороны не маленькие, но с другой эффектные, и при этом, знаете, в меру все. Еще для разнообразия, ну, чтобы с вами поделиться и все-таки проверить, что это такое, с чем его едят, слишком часто они мне высвечивались, то есть это уже блестящие золотые сережки, они такие же легкие, но видите, что они уже не гладкие. А так по размеру они такие же, как мои любимые золотые или вот эти серебристые. С мыслью о праздниках заказала две пары сережек. Не удивляйтесь, если вы не в курсе, то Новый год через несколько месяцев, я тоже была в шоке.
Я застряла где-то в начале зимы. Тем не менее, праздники непременно наступят. И с мыслью о каком-то торжестве или семейном обеде-ужине я взяла две пары сережек, и мне хотелось, чтобы они отличались от всех моих предыдущих. Первые, которые я взяла, ну, уже не такие легкие, хотя сверхтяжелыми их тоже сложно назвать. Они выполнены, ну, где-то на четверку, издалека это не будет заметно, но камушки здесь приклеены на своем месте, но не все, чтобы, знаете, прям идеально ровно. Это я говорю, глядя вот так впритык, издалека, на какой-то вечеринке, никто не обратит на это внимания. Просто предупреждаю вас. Эти серьги не очень крупные, и они хорошо дополнят и какой-то элегантный костюм, и платье, обычное черное, маленькое черное платье. Тут уж по вашему желанию, но от своих длинных сережек с камнями я тоже не отказываюсь, потому что мне кажется, что они на века. Вот решила показать вам такой вариант. Это номер раз. Вторые сережки стоили чуть дороже. Я думаю, что многим понравится такая модель. Она чем-то напоминает Dior. У меня есть оригинальные сережки Dior, но они там и с буковками, и просто с двумя жемчужинами. А здесь, с одной стороны, жемчужинка большая, а со второй целая композиция и с цветочками, и с камушками, и с жемчугом. И это выглядит очень нежно. Это легкие сережки, их нужно приловчиться надевать. Но вы знаете, я люблю свои серьги Dior и считаю их одними из самых таких удачных в моей коллекции. Да, дорого. Если вы найдете где-то, ну, не подделку без буквок D, то советую взять, они действительно ко многому подходят. Это серьги из категории более нарядных, но я думаю, что если покопаться на AliExpress, то можно найти с двумя жемчужинками. Выглядит очень оригинально, потому что вот эта большая жемчужина находится сзади мочки уха. Она как бы так из-под низу выглядывает, и я балдею. Очень красивые, даже на какую-то свадьбу можно надеть, на крестины, не обязательно на Новый год или на какое-то семейное торжество, например. Очень красивое и нежное. Акцентные сережки такой нерегулярной, неоднородной формы. И у меня когда-то были похожие, и они были гораздо хуже по качеству, чем вот эти. Эти мне нравится носить с какими-то базовыми вещами, потому что они сразу, вроде как, знаете, поднимают твой образ, твой лук на одну ступеньку выше. Эти серьги смотрятся великолепно, они не выглядят как дешевая бижутерия, не тяжелые, и если вы любите такую акцентную бижутерию, это тоже рекомендацион. Два крабика для волос, они абсолютно одинаковые. Я видела, что у нас в магазинах их продают в 5 раз дороже, если не больше. И вот этот черепаховый, он, ну, честно вам скажу, такой себе. То есть мог бы быть поровнее, мог бы быть лучше сделан, но хорошо держит волосы. Опять же, издалека кто там будет присматриваться к вашему крабику? Я вообще ношу такие аксессуары, такие заколки дома, потому что мне так удобнее. Сейчас я пытаюсь чуть отрастить волосы, и постоянно хочется их связать. Уложить их сложно, поэтому с ними нужно что-то делать. Я не люблю, когда мне мешают волосы, особенно у лица, или когда я крашусь, я всегда убираю их от лица, потому что я себе не представляю, как можно нормально накраситься, там нанести тон, когда у тебя челка или волосы где-то здесь у лица, это какой-то нонсенс. Вот этот золотой классный, он сделан лучше, чем предыдущий, даже немножечко туже вот эта пружинка здесь. Очень хорошо держат волосы, и они не маленькие, видите, то есть мои отросшие волосы, они захватывают буквально полностью. Несколько приятных и полезных мелочей. Кстати, не все еще приехало. Я там для дома набор заказывала. Давайте вот то, что приедет позже, я покажу в каком-то из влогов. Вот такие заколки. Я взяла себе 5 штучек. У меня обычно теряются, потому что очень часто, когда я сушу волосы вот такими заколками, я разделяю их на сегменты. И потом забываю и выхожу куда-то в город. Так что, если встретите меня с заколкой, не удивляйтесь. Я не специально. Это не элемент моего наряда, просто так получилось. Это очень удобно, когда я уже сделаю укладку, я хопа, так закалываю, и потом мне остаются заломы, и также
ничего не лезет в глаза. Взяла себе розовенькие, хотя у меня есть и черные, но я вечно их где-то теряю. Они, конечно, не такие прочные, как из профессиональных магазинов, но мне вполне этого достаточно. Для машины я взяла вот такую штучку. Это типа как удобная тряпочка, которая надевается на руку, видите? Моя сюда без проблем помещается, и убираем пыль. Так как я любительница ездить с открытым люком или окном, то пыль регулярно оседает, и я люблю, когда в машине чисто. Так что раз-раз одним движением все убираешь. Она мягкая и отлично работает. Не знаю, как долго она мне послужит, но я не собираюсь ее мочить, а чисто для сухой уборки. Отлично. Еще с прошлой зимы я все планировала заказать себе утепленные леггинсы на зиму, потому что я люблю леггинсы, но согласитесь, в них холодно. А здесь как бы два в одном. Причем есть разные расцветки и для разных температур. Я точно не помню, какие я взяла себе, но в инфобоксе укажу вам после того, как проверю свой заказ. Точно брала себе размер M, да, даже есть этикетка, потому что они мало мерят, как писали девочки, поэтому взяла M-ку, чтобы меня не стянуло, как колбасу в сетке. Я не люблю такие вещи, и зимой, мне кажется, в них холоднее, когда это супер-супер скини. Очень приятный материал. Как снаружи, так и внутри. Я не взяла себе бежевые только по той причине, что я побоялась плотного вот этого мягенького, что он слишком сильно будет меня полнить, плюс еще и светлое, думаю, нет, начну с графитового. Такие леггинсы можно будет носить даже зимой, если у вас зимой прохладно, как и у нас дома именно, да. А так, я думаю, что с пуховиком, с каким-то пальто я в них не замерзну. Пока что еще не надевала, только мерила, так что мы проверим. Написали, что леггинсы теплые, я склонна доверять девочкам, потому что там слишком много хороших отзывов. Не прямо, знаете, 3 копейки, но я думаю, что мои почки меня отблагодарят. Осенняя куртка. Я надеюсь, что я смогу ее поносить, потому что у нас все как-то аномально холодно в сентябре, но должна же быть золотая осень. Вся надежда на нее. Курткой я довольно соу-соу, потому что я думала, что она будет более качественной. Я все хотела купить похожую в H&M, но они вечно распроданы в моем размере, поэтому я плюнула и заказала на Алике. Ну, куртка такая. Не буду прям сильно настаивать на том, что вам такое тоже надо, потому что, ну вот сзади, например, не до конца прошиты швы. Ой, я посмотрю, может, я смогу ее вернуть? Это как вариант, да? Хотя сколько будет стоить возврат, это тоже хороший вопрос. Я никогда ничего не возвращала на Алике. И она у меня в большом размере, возможно, даже каком-то типа XL или XXL, но это не так, это как оверсайз, XS в H&M. У них там очень такие какие-то странные размеры, но эта куртка должна быть объемной. Также конкретно в куртке из AliExpress не только вот это наполнение, которое не особо что-то греет, но на теплую осень этого будет достаточно. И здесь внутри, прям по всей куртке, есть еще и вот такой утеплитель. Он не то чтобы вас согреет в минус, но если надеть, например, спортивные костюмы, эту куртку или какой-то свитер под нее, то я сейчас однозначно не замерзну. Даже карман утепленный. Здесь спереди 2 кармана нашивных, и она застегивается на кнопки. Девочки, я вам честно говорю, что эта куртка где-то на 4 с минусом. Вот так. Взяла себе кардиган в ромбы. Он привлек меня своей расцветкой. Многим может показаться, что он типа как бабушкин, но я вас уверяю, что в зимних образах с угами, со светлым низом, с шапочкой, с шубкой, он будет смотреться очень в тему и очень стильно. Мы регулярно ездим в горы, ходим куда-то на прогулки, я утепляюсь, но все равно люблю, когда все это выглядит так гармонично, чтобы мне было уютно. И этот кардиган интересен тем, что здесь не просто ромбы, а вот часть ромбиков связана из пряжи больше по объему. Она вроде как, знаете, как что-то такое махровое выглядит. Очень прикольно.
И здесь сочетание цветов очень удачное. Кремовый, графитовый, серый, синий и карамельный. Вы представляете, сколько сочетаний можно сделать с этим кардиганом? Пуговки здесь под черепашку сделаны. Тоже, ну, не выглядит как-то, знаете, прям как из AliExpress. Нет. Кардиган очень достойный, я взяла его себе в размере побольше, для того, чтобы он, опять же, был свободным, чтобы под низ я смогла надеть, например, водолазку с шерстью, и тогда мне однозначно будет тепло, и при этом я буду выглядеть стильно. Купила себе два чехла на телефон, после того, как я приобрела чехол в Apple Store за 259 злотых, типа кожаный, но не кожаный, и он затерся спустя неделю. Я сказала, хватит, я теперь буду покупать только на AliExpress. И взяла себе две практичные расцветки, коричневый чехольчик и темно-зеленый. Они типа как силиконовые, но внутри мягкие, видите? То есть ваш телефон будет сохраняться еще и изнутри, он не будет затираться. Все сделано идеально, ничего не торчит. По-моему, я брала их у одного продавца, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, вот эти чехольчики просто отменные по качеству, и я не вижу смысла тратиться, потому что пластик, он и в Африке пластик, светлый силикон, он будет пачкаться независимо от того, или вот резина, что это такое, независимо от того, где вы его купите, в переходе на AliExpress или в Apple Store, сколько-то там долларов. Проверено на мне, я вам не советую выбрасывать деньги, так что чехлы на AliExpress — это реально must have. А я же совсем забыла, что на мне тоже сережки из AliExpress, из последних заказов. Они могли бы продаваться в каком-то бутике, я вам точно говорю. Это серьги два в одном. Их можно носить вот так, как сегодня на мне. Или же снять вот эту нижнюю часть, и у вас получится аккуратные серебристые сережки на каждый день. Вот. А вот эта часть, где мелкие камушки, сделана так аккуратно, верхняя тоже. Но просто иногда камни приклеены или инкрустированы неровно, а здесь все так аккуратненько, на совесть. Вот. Так что могу вам их советовать, если вы ищете что-то и в пир, и в мир, то присмотритесь к ним. На этом мы с вами будем прощаться. Если вам сегодня было со мной интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.